Городская администрация посчитала силы, средства, затраты и оценила результат снегоуборки. За 10 суток с 1 января Доримстрой совершил более 1000 рейсов. Вывезено более 17 тысяч тонн снега. На дороге высыпано почти 2000 тонн смеси песка и соли и почти 200 тонн твердого реагента. Работы по расширению проезжей части улиц продолжаются. Активность наравне с городом проявили и частники. В период обильного снегопада 10 января задействовано было 83 единицы техники, из них 55 – это собственная техника управляющей компании, остальное – это привлеченные по договору аренды, и 810 дворников. Но прежде всего стоит отметить, что не все управляющие компании оперативно приступили к очистке снега. Если по тротуарам и дворах домов все практически справились, то уборка снега со внутридворовых проездов оставляла желать лучшего. Проверку по дворам проводили администрации всех районов города. В итоге за 10 и 11 число 16 УК и ЖСК привлечены к административной ответственности за допущенные нарушения. По результатам проверки жилинспекции 10 управляющих компаний завалили работы, нарушив закон. Внимание нужно уделять не только тому, что под ногами, но и тому, что над головой. Горячие кровли и обильный снег породили ледяные наросты, угрожающие безопасности людей. На сегодняшний день у нас выявлено таких домов порядка 20, которые нужно сбивать именно в тех местах, где жители проходят или подходят к подъездам, или, значит, на проходных путях, где имеются тротуары. В ежедневном режиме управление ЖКХ эти все вопросы контролирует. В отчете ответственных отмечено, управляющие компании, попавшие в список аутсайдеров по уборке, есть во всех районах города. Причем это мелкие УК, у которых, как правило, нет своей снегоуборочной техники. В целом, прибрать успели, но, скорее всего, ненадолго. Многоснежный циклон, надвигающийся на регион, по прогнозам синоптиков, будет заваливать область снегом минимум трое суток.